Канут в лету рюмка водки на столе. Лариса Черникова, группа «Демон и краски». Все альбомы «Миража». Все забудут про лабутены, выходящих и входящих Витей. И даже тающий лед, казалось, вписавший свое имя в летопись современного искусства, уже выглядит как старинный городской романс. А «Зеленоглазое такси»! Давайте, пускай же эти зеленые огоньки надежды дарят нам радость и всегда напоминают о том, что мы всего лишь маленькие котята, выброшенные в волны и способные найти путь домой только благодаря маленьким маячкам. И пусть же этот зеленый маячок светит красиво и романтично. Дети, внуки, мамы, бабушки, давайте сольемся экстазом в хоровом пении и покажем, что есть объединительные платформы пошире и понадежнее, чем какие-то политические группирования. «Зеленоглазое такси», многотысячный хор. Кто не будет петь, у того после 12 часов голова превратится в тыкву. Заклинаю, поют все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.